В детстве я не любила свой телефон. Мама настояла на том, что мне очень нужно средство связи. И так у меня появился кнопочный телефон с зеленым экраном и крошками в нем. На нем не было игр, музыки, фоток. У одноклассников были уже сенсорные, понтовался кто как мог. Но мне тогда вообще было неинтересно это все. Я просто не хотела носить его с собой, не хотела давать повод одноклассникам показать, какие у них классные телефоны, хотя мне вообще насрать на их телефоны. А самое обидное, так как он мне не был дорог, я постоянно везде его забывала. То в кармане кофты, которую оставляла в гардеробе, то в старшей школе и часто забывала дома. И произошел случай, из-за которого мне вообще не захотелось иметь телефон. Я забыла телефон дома. В школе нас задержали на мероприятии. Я пришла на 2 часа позже обычного домой. Папа так мерзко орал, что я должна была взять с собой телефон. Они покупали его не для того, чтобы он на полке лежал. Еще много негатива, который не хочу освещать в видео. Прошло уже 10 лет, а мне до сих пор непонятно, почему на ребенку этот дебил додумался орать и позвонить классному руководителю, как другие родители, мозгов не хватило.